Здравствуйте, Салим Батмизович. Мы сегодня с вами встретились в Майкопе во время вашей тренировки. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы уже преподаете дзюдо и почему вы именно стали тренером по дзюдо? Сколько лет? Преподавать дзюдо я стал еще со студенческой скамьи, будучи студентом третьего курса Адыгейского государственного педагогического института по дзюдо воспитания. Сам еще продолжал тренироваться и параллельно набрал группу и проводил занятия дзюдо. С этого момента я непосредственно весь период тренерской работы занимаюсь. Это порядка 20 лет занимаюсь тренерской работой. Вы считаете, что тренерская работа это вот на сегодняшний день, как вы можете расценить, это ваше призвание? Ну, наверное, тренерская деятельность, работа, она из тех, которые нельзя заниматься, если нет какого-то призвания, какого-то соответствия этой профессии. Если нет, тяжело этим заниматься, не для каждого это занятие, я думаю, что призвание. Вы, я так понял, учились у Якуба Коблева, да, в Майкопе? Ну, я могу так позволить себе такое сказать, да, он был нашим преподавателем, был деканом, был тренером, был старшим тренером, был нашим старшим товарищем. Мне посчастливилось работать с ним. Тот факт, что вы стали тренером, повлияло ли то, что именно Якуб Коблев был преподавал у вас, так же, или вы учились я у него? Я скажу более, что я пришел в дзюдо. То, что я пришел. Причину этому Якуб Гамбалетович, это всемирно известная школа, Майкопская школа дзюдо, которую он основал, которую он смену руководил на протяжении всей своей жизни. Благодаря этой школе я пришел в зал, записался в секцию дзюдо. Мое детство как раз попало в тот период, когда легендарные уже борцы и дзюдо Майкопа блистали на советском татами, на международном татами. И это было для меня хорошим и весомым поводом для того, чтобы сделать выбор и прийти в секцию дзюдо. Вы работаете с молодыми детьми или также работаете уже с более опытными мастерами дзюдо? Ну, основная моя сейчас работа, я выполняю обязанности старшего тренера сборной команды Республики по дзюдо, и основное время занимает меня эта деятельность. Но есть в моем расписании и время для проведения тренировок для детских групп. Это необходимо для того, чтобы тренерские навыки не терять, для того, чтобы выращивать резерв для наших команд, продолжать работать тренером. Ну, я вот впервые, честно говоря, увидел, что тренер обращается к своим ученикам, господа. Вот для меня это было, так сказать, открытием. Почему вы, откуда вы взяли вот такое обращение к молодым ребятам? Ну, как-то само собой все это сложилось. И в этом есть, может быть, и какая-то ирония, и какая-то шутка. Но в то же время они должны осознать, что они не просто детишки у маминой, папиной, дедушки, бабушки. Они еще предстоят большие задачи и большая ответственность. Они мужчины, они граждане нашей страны. Ну, потихонечку, чтобы как-то по-другому взгляд себе изменить. Можно сказать так, что таким обращением вы показываете свое уважение к ним, в том числе показывая им, что они также должны уважать и вас? Можно и так сказать. Не уважая их, с ними невозможно работать. С ними, ну, это обратная сторона моей деятельности. Каково мое отношение к ним, таково будет отношение и ко мне. То дело, которое мы делаем сообща, это совместный труд. Лишний раз призвать их к вниманию и к серьезности, оно не помешает. Для вас, как для учителя дзюдо, для тренера, что первостепенно? Это соревновательный результат? Или все-таки приучить ребенка к систематическим занятиям физкультуры через дзюдо, и чтобы он эту любовь к дзюдо продлил на всю свою жизнь? Сейчас это нужно совмещать. Совмещать нужно. Мы работаем в спортивной системе, поэтому и от нас требуют результаты, от нас требуют и спортивного мастерства. Ну, это, я считаю, что это один род деятельности.
занятие дзюдо, как система воспитания человека, это своеобразный род деятельности. И на плечи тренера ложится совместить эти две обязанности, два дела, этим мы и занимаемся. А каковы успехи адыгейской школы дзюдо, майковской школы дзюдо на сегодняшний день? Насколько она прогрессирует или по сравнению с прошлыми, да, историческими годами, где были Невзоров, Еми и так далее. Насколько сейчас известны спортивные дзюдоисты Адыгеи? Ну, я начну с того, что я счастлив представлять майкопскую школу дзюдо. Счастлив в том смысле, что это школа на самом деле. У нас традиции, которые сложились годами. А наша школа имеет за плечами более 40 лет своей деятельности, и за эти 40 лет сложились определенные традиции, сложилось определенные взаимоотношения, выросло много поколений, было показано много великолепных результатов, и наша школа на протяжении всего периода испытывала, наверное, как судьба человека, испытывает разные моменты. Были моменты триумфа, были моменты каких-то спадов, но на данном этапе, вот, чтобы ответить на ваш вопрос, мне приятно сказать, что в прошлом году сборная команда Республики Адыгея на чемпионате России, который прошел в Санкт-Петербурге, заняла первое место среди субъектов Российской Федерации. У нас два чемпиона России в прошлом году, один призер. И я считаю, что это тот результат, который достоин уважения. В прошлом году нам с самостоятельной командой, то есть командой, спортивным клубом Адыгея, удалось, пройдя чемпионат России, отобраться и выступать на клубном чемпионате Европы. Отдельной командой, без легионеров. Все наши ребята были воспитанниками Майковской школы дзюдо. И на этом клубном чемпионате Европы нам удалось занять 5-е почетное место и попасть в 8-ку сильнейших клубов Европы. Это тоже, я считаю, одним из наших достижений. А так, наши ребята практически во всех возрастных группах сейчас... Наши ребята есть в сборных командах, и в юношеской, и в молодежной, и во взрослой. Работа продолжается. У нас хорошие специалисты, тренеры опытные. У нас есть молодые, талантливые ребята. Школа продолжает свою работу. А что бы вы хотели сказать тем ребятам, которые еще на пути и думают, чем бы им заняться? Что бы вы им хотели сказать? Какой толчок для того, чтобы они пришли именно в дзюдо? Какой вот стимул для занятий дзюдо? Что им можно дать, чтобы этот последний, так сказать, точка была для них, чтобы они именно открыли дверь в зал дзюдо? Какое наставление можете дать им? Сейчас в наше время очень тяжело молодым людям определиться. Очень много видов спорта, очень много видов единоборств сейчас культивируется по всей стране. И на самом деле молодому человеку тяжело выбрать вид спорта. Что я могу сказать? Наверное, то, что я скажу, скажет каждый представитель своего вида спорта. Наверное. Я бы пожелал им определиться, заняться самим собой, определиться, чего он хочет в этой жизни. Или хотя бы попробовать открыть дверь в зал дзюдо. Заняться самим собой и зайти в зал дзюдо. Этот вид спорта, он интересен, но он сложный. Если кажется по душе, то стоит этим заниматься, дать ему и жизнь, и время. Это благодарное занятие. Я еще не слышал ни от одного человека, что годы, проведенные на татами в зале дзюдо, были бесполезными или ненужными. Более того, все те, кто были в зале дзюдо, сожалели только о том, что не так усиленно занимались, не так ответственно занимались, что это... Каждый, кто посетил секцию, каждый, кто провел тренировку, даже этот только момент отпечаток на всю жизнь откладывает. Понимаете, спасибо большое, удачи вам. Всего доброго.